Этюдниками и альбомами в самых отдаленных уголках республики можно встретить сегодня художников Мордовии. Заслуженный деятель искусств Виктор Беднов. Его лирические пейзажи, картины «Беление холстов», «Шокшанские косари» и другие получили признание на республиканских и всесоюзных выставках. Разнообразна палитра заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии Мордовии Валентина Попкова. Это и пейзажи, и графика, но больше всего художника привлекают характеры. Характеры сильные, самобытные и в то же время такие близкие и понятные нам. Наши деды. Павел Гаврилович. Николай Рожков, пейзажист. Заслуженный деятель искусств Мордовии, председатель правления Союза художников, Макушкин Николай Степанович, известен как мастер графики. Показать размах, мощь и грандиозность сегодняшнего дня – задачи, которые ставит перед собой Владимир Якутров. У каждого художника свой жанр, но будь то пейзаж или портрет, графика или живопись, все их картины посвящены родной земле, труду, людям.